Союзнички. Союзнички в город поедут. Немцы в город не ездят. Поэтому сейчас буду в городе в одиночку. Да, мы втроем будем в городе, все остальные будут стоять на горах где-нибудь, за пределами карты, там на челку поедут. Да-да, леопард меня еще подопрет, чтобы у меня не было пространства отъехать назад. Да, классика. Ближний Восток по-другому не играется просто. У них на горе чел тоже слева, понятно. Ну, катка интересная в целом. О, леопард обосрался. Был микропиксель, который я мог закинуть, но коль не закинул, то уж и хэнс. И что ты стал? Давай, давай, цап-цап. Он что-то слышит, он не может понять, где именно я стою. А там забор, я никак не кину в тур, так, чтобы он не прострелил. Я в теории могу. Так как-нибудь сделать. Отдыхай, малец. Это что, какой-то... Шутка какая-то, флешмоб. Ля. Да, у нас набежала на БТ-шках. И сам, ты даже после смерти мне мешаешь. Так, ну цепь КД долго. Чтобы заборы сломать с третьей попытки. У меня вертикального привода нет? Ага, действительно. Что это за отряд дебилов? Ну чисто дебилов. Пришли, пофидели своей команде, ушли. Да ладно, еще не до конца фидят, еще кого-то даже убили. На четверых один килл. Достойно. И тоже еще один стоит крисит. Ждет меня бортом. Почти. Пеха. У которой все шансы, кстати.
Он мне может просто дать вот сюда, все, я сдох. Но он сыт. Держи разведданные. Так, ну я так полагаю, что с нулями челы это на горе. Где же еще? И время проводить так интересно, а? Вижу, он спустился. Знаешь, чел вообще не фартит. Сожгу его. Слишком дорогие птуры нынче. Для того, чтобы на бичарах тратить еще. Потому что надо было столько стоять, чтобы потом спуститься. Я такой, о, на респауне завулчили. Давайте быстрее. Или так. Это шанс. Кто там тебя обижает? Не пойму, кто леопарда обидел. Ага, вижу. Только чем двигатель начал стоит в углу. Ну да, на резервы попал, чисто закинула матчмейкером. Ну, если коротко, не на горах стояли всей командой.